Всем привет! С вами Плюшевая Нюша, и сегодня я буду кушать запеченную картофель с ребрышками. Это очень вкусно. Я пока накладывала парочку, съела. Ребро буду пробовать в первый раз. Вообще ребра буду пробовать в первый раз. Тут такой вот смачный кусочек. Я не разрезала заранее, наверное, надо было, но... Это очень вкусно. Ребро мариновала не я сама. Уже купила в готовом, а вот картофель я специями сама посыпала. Ну и плюс, конечно, маринад от ребрышка. Это очень вкусно. Это вот сейчас, вы понимаете, 10 часов вечера. Это первый раз за день, когда я ем. Нормально ем. До этого я съела 2 банана, выпила молочный коктейль. Все. Вот такой нормальный прием пищи. Вот первый раз. Началась учеба. Это очень вкусно. Уже давно я не ела мясо. Подложила салфетку, чтобы меньше скользило. Особенно лук вкусный, сладкий получился. Очень вкусно. У нас сейчас снова заморозки. Я только думала, что потеплеет, думала летом. Но нет. У меня еще участок возле дома есть. Вот сплошной лед. Я видео недавно смотрела, где мужчина по улице ездит на коньках, потому что там сплошной лед. Вот у меня такой участок похожий, тоже сплошняком лед, скользкий. Но самое главное, что он прям снежком завален, и не видно, куда ступаешь, по сути, ногой, и легко очень подскользнуться. Ребрышки. Видите, с ресничками. В этот раз попросила сделать подлиннее, потому что в прошлый раз сделали коротковато, на мой взгляд, и все, в принципе, мне знакомые, друзья сказали, что коротковато как-то. Хотела сделать подлиннее. Но у меня периодически чешутся веки. Ну, не веки, а вот прям где ресницы. У меня такой в первый раз.
Хотя ресницы я уже делаю раз третий. Ну, это терпимо, не всегда, поэтому. Переживу. Хрящики. Я хрящи не ем. Поэтому просто обгладываю мясо вокруг них. Мне сейчас поставили пломбу вот здесь, и я завтра поеду ее менять на постоянку. Надеюсь, нерв там умер. Но единственное, когда я что-то давлю, она начала, зуб начал болеть. А когда я еще выпью холодное, тоже почему-то побаливать начал. Ничего страшного. Я надеюсь, я успею все зубы починить в феврале. Просто расписание у них. Свободных мест почти не было, даже если заранее записываешься. Я себе уже на 3 недели вперед записалась. Но опять же, вот у меня началась учеба, и сейчас более-менее вот первую неделю, вторую будет посвободнее, а потом уже все. Потом мне будет сложно выбить время в расписании. Божественно. Это вкусно. Мясо, конечно, маловато. Но я знала, когда ребра покупала об этом. Это все было запечено в рукаве. Особенно мне понравился лук и картошечка, тоже очень вкусные. Все, я все скушала. С вами была Плюшева Нюша. Всем пока и до новых встреч. Еще увидимся.